ты когда встаешь и вращаешься. Покажи. Молодец, пятка, бедро. Вот. Видишь, ты ручкой опередил, но ты должен встать ножкой. Ясно? Выпрями ноги. Смотри, слово выпрями, это значит ноги выпрями. А ты выпрямляешь спину. Понял? Вот эта спина у тебя никуда не выпрямляется. Вот, у тебя как вот опусти сейчас кулаки. Опусти руки. Опусти вниз просто. Во. До свидания. Таз под себя, пожалуйста. Вот. Слышь, у тебя плечи висят над носочками ног, да? Стопы параллельно поставь. Вот. И вот теперь, когда ты кулаки поднял, у тебя локти в носочке ног, ясно? Понял меня? Да. И вот ты выпрямляешь колени. Выпрямляй колени. О! Выпрямил колени и ударил. Вот теперь рука пошла. Стой! Посмотри, выпрями колени. Смотри. Сожми кулак. Видишь, спинка круглая. И вперед ты тоже не падаешь. Согласен? Да, ты себя заземлил за счет этого плеча. У тебя, смотри, сейчас рука, если опустить, видишь, куда она? Между ног направлена. То есть у тебя плечо, твою инерцию ног перевернуло вот туда, сверху вниз. Вот он, ты встал. И то же самое у тебя происходит в боевой стойке. Вот колени, еще раз сел коленочками. И вот посмотри, колени и плечо пошли одновременно. Вставай коленями. Раз, стоп. И что ты сейчас стал делать? Ты стал мне руку выпрямлять в локтевом суставе. Ты, смотри, вот ты вместе встаешь медленно. Правильно. Смотри, локти вот они висят здесь. Смотри, вот ты встаешь, и плечо пошло. У тебя кулак пойдет за счет... Раз локоть вниз. Посмотри, у тебя кулак пойдет за счет плеча, а не за счет локтевого сустава. Да. Вот и все. То есть вот здесь принцип того, что ноги и плечо одновременно, и кулак одновременно, а локоть потом. Твой трицепс потом включится в удар. А можно еще раз? Давай. Почти, только туда, через руку. Нет, видишь, сейчас ты опередил плечо. Ты плечом перевернись. Да, вот прям положи мне плечо. Вот как ты в бассейн ныряешь? Раз. Посмотри, ты рукой сделал быстрее, чем ногами. То есть ты что, царил ускорение? Оп, ты еще не встал, не перевернулся плечом. У тебя плечо, когда оно переворачивает, оно дает тебе опору виртуальную. То есть оно у тебя вон там, за землицей. Я туда пробил. Бам, вот кулак вроде прямо, но плечо вот так сработало. Да. Только... Дай мне сейчас почище. Дай. О! Видишь, по башке тебя ударило. Вот это прекрасное ощущение. И за счет этого у тебя вот вторая рука, видишь, опустила, свободно висит. Обратно колени раз, и локоть просто вниз. Только не сиди там. Встань по свободе. Вот. Вот чуть-чуть коленями толкнулся, раз. Смотрите, фокус показывает. Посмотри. Видишь, мой кулак идет четко тебе в подбородок, да? Смотри. Уезжает в сторону. Потому что тренер истерит. Плечо вкручивай, да? Кулак ставь. Ты так и сделал, как он и говорит. Только потом. Потому что твой кулак, мой кулак, видишь, пошел, идет тебе в подбородок. Тут тренер напоминает, плечо вкручивает. Надо сначала вкрутить. Естественно, плечо по-другому не работает. Вот твой кулак и пойдет по диагонали, за счет чего тебе в подбородок. Не за счет того, что ты сюда встал, а за счет того, что у тебя плечо вкручивается. Плечо вращается вместе с кулаком, вместе с рукой. Если у тебя чуть-чуть вот здесь опередило, пойдет уже мимо. Ясно? Либо ты не доделаешь, у тебя нет опоры, у тебя мимо пойдет. Либо тогда что? Так попасть, так как попасть тебе надо же сюда, все равно, хоть ты рукой стал делать, то плечо не включится, да и все. Ну и ты ударишь вот так. Либо провалишься. А за счет этого они пойдут в точку. Попробуй. А что так сел низко? Медленно. Всегда сделай 50 раз медленно, а 51 раз. Сделай быстрее. Да, только по коленям. Раз туда, вперед наклоняйся. Вот туда. Вот, вперед, да. Во. До свидания. Влево. Да, локти висят. Вот так можно руки поставить. Да? Выпрями колени.
Колени. Оп. Раз. Вот, втыкай плечо туда. Вот, плечами втыкай быстро. Прямо втыкай просто. Вот так рука выпрямляется, вот плечо. Раз, втыкал. Прямо. Во. Во. И плечо переворачивается, тебя закрывает. Во. Туда, дальше кулак. Да. Да, теперь опустился. Фишка в чем заключается, смотри. Видишь, развернулся. Рука прямая. На самом деле я тебя не ударил. Я отвернулся. Смотри, насколько длиннее, понял? И опора есть. Вверх и плечо. Не опережай руку, кулаком плечо. Ясно? Кулаком плечо нельзя опережать. Плечо, кулак одновременно, но никак не локоть раньше. Вот это самое главное. Хорошо? Все, не снимай. Молодец.